слово. Я такой, типа, понял, да? Надо. Добрый день, сегодня второй день празднования дня рождения Луганской государственной академии культуры и искусств, который будет проходить в Луганской академической филармонии. И сегодня мы посетим концерт оркестра народных инструментов «Folk Music». Ну что, Макс, поехали? Поехали. If situation is no win, anyhow I'm gonna win. Когда взойдет звезда? But through its very golden gates, never listen what they say, never had a backup plan. Зайдет звезда, хулиганьета. Нам уже солистка на флейте, солистка на флейте. Добрый день, здравствуйте, здравствуйте. Очень интересного спина. Спасибо. Ожидаем эмоций положительных. Знаете, есть такой народный инструмент, как рубель. Рубель не знаю. Ее покажут. Вот рубель. Концерт оркестров народных инструментов. А вы же слушаете музыку? Да. Какую? Всю. А можете напеть фрагмент? Ну, пух-пух. Пух-пух. Да, мы находимся в академии. Культура искусств. Правильно. Эх, вот вижу талант, талант растет. Понятно. Кому вы приготовили этот столь шикарный букет? Значит, дирижеру оркестра Folk Music Ирине Федоровне Золотаревой. Она мой заодно преподаватель по специальности. Музыка – это искусство интонируемого смысла. Комментатор? Да, заслуженный работник культуры, заслуженный журналист Юрий Сипунов. Советский Союз. Очень приятно. 29 лошадиных сил. С 14-15 лет писал Озерову, и он мне говорил, ответы приходили, ждите, мы тебя заберем. И я уже в 19 лет был в эфире. Я так предполагаю, вы любите дуть, это правда? Да. Задумался всерьез, а не стать ли мы мне потом... Не знаю, Макс, получится у тебя или нет, но попробовать стоит. А концерт на самом деле был замечательный, атмосфера была прекрасная. Это был замечательный день и замечательный праздник. Мне очень понравился. И а что вас ждет дальше? Да, это вы еще увидите. Ну что ж, ребята, до скорых встреч. До скорого. Я просто очень сильно возбужден. Возбужден.